Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 9, упражнение номер 5. Это задача, давайте прочитаем ее. Дети сделали 10 фонариков и 6 хлопушек. Сколько всего елочных игрушек они сделали? Из условия задачи нам известно, что дети сделали 10 фонариков и 6 хлопушек. Чтобы узнать, сколько всего игрушек они сделали, нужно сложить 10 и 6. 10 плюс 6 равно 16. 16 елочных игрушек сделали ребята. Мы дали ответ на вопрос задачи, поэтому записываем с большой буквы слово «ответ», ставим две точки и пишем «16 игрушек». Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.